Камни. Камни. Деревья. Ползучие мхи и ядовитые травы. Все, что осталось на земле. Безмолвие. Тысячи лет уже ни в воде, ни на суше нет ни одного живого существа. Водоросли и кораллы в темной глубине морей. Мир без людей и зверей необитаемый. Безмолвный, холодный. Лес, тысячелетний лес без конца и края. Глухая чаща, никогда не слыхавшая птичьих голосов. Но вскоре лес исчезнет, и лишь пни на пустошах будет освещать бессильная луна. Холодно, холодно, холодно. Это что-то декадентское. Мама. Пусто. Я здесь одна. Меня никто не слышит. И не дождусь ответа я от мертвенной пустыни. Лишь дьявол, мой грозный собеседник, мой тюремщик. В чаще леса уж показались его багровые глаза. Холодно, как сыро. Обязательно нужно было это здесь? Да, обязательно. Ну, конечно, это же эффект. Мама! Мы с ним вдвоем. Пьеса кончена. Довольно, хватит! Довольно, занавес! Что ж ты сердишься? Пьеса кончена, довольно. Алексей, сын, право, на что за капризы? Почтенная публика, прошу простить меня. Виноват. Я забыл, что писать пьесы и играть их на сцене – это привилегия немногих избранных. Я нарушил монополию. Монополию воров. Лишь воры сегодня правят. Алексей, сын, что такое? Что с ним? Елена Николаевна, ну нельзя же так обращаться с молодым бравым. Господи, что я ему сказала? Ну, здесь задето авторское самолюбие. О, да. А что он про воров? Что это значит? Не знаю. Вы все-таки помягче с ним. О, боже мой. Господин управляющий, проводите меня, пожалуйста, домой. Елена Николаевна, а я хотел еще спеть для вас. Видите ли, я пою. Я Алмазов, помните? Да, конечно, я помню. После, пожалуйста. Извините. Конечно. Конечно. Заключительная часть. Да. Прошу прощения, господа. Ужин подадут через полчаса. А сейчас гостиная, веранда в вашем распоряжении. Сашенька, скажи, чтобы накрывали. Неплохо. Браво. Особенно... Заключительная часть. Вы были великолепны. Вы очень молодцы. Спасибо. Да. А куда убежал Алексей Константинович? К пруду. Господи. Ольга Александровна! Уж не думают ли они в самом деле, что автор побежал топиться? Ну, это вполне вероятно. Я думаю, что осенняя прохлада у воды его отрядит. А вы, Антон... Антон Павлович. Антон Павлович, вы вместе с Еленой Николаевной прибыли? Да, мы с ней давно знакомы. Вы тоже актер? Шаушпилер? Нет, я литератор. Ага. А вы? Я полицмейстер. Жаль, что не удалось досмотреть пьесу до конца. Автор подает большие надежды. Антон Павлович. Анна Викторовна. Очень приятно. Позвольте. Благодарю. Скажите, а вам действительно понравилась эта вещь? Ну, вещи-то мы и не увидели. Вы, Нина Аркадьевна, меня совсем не помните. Мы встречались с вами на приеме у Маргариты Сергеевны. Антон. Палыч. По-моему, вы пишете? Пишу.
А давно госпожа Полонская прибыли? Так уж 2 дня как. Да что вы говорите? А ведь в городе никто не знает, что прима столичных театров и знаменитый драматург Тропинин в наших краях. Ну, как там все прошло? Ужасно. Это было просто ужасно. Как хорошо, что ты не пошел. Я сделала ему несколько замечаний. А он остановил спектакль, убежал в парк. Что ж ты ему такое сказал? Абсолютно невинные комментарии. Невинные? И что? Что все? Представление кончено. Все идут сюда. Оказывается, мой сын написал великое произведение. Ему хотелось поучить нас. Как нужно писать? Что нужно играть? Ты преувеличиваешь, сгущаешь краски. Алексей хочет просто сделать тебе приятное. Да? Если говорить о приятном, он мог бы продать этот дом. Господи, зачем мы сюда приехали? Хочешь, я поговорю с ним? Да, поговори. Найди его и приведи сюда. Да, да. Только успокойся. Завтра же мы уезжаем. Ольга Александровна! Ольга Александровна, подождите! Ольга Александровна, ну подождите же вы! Ну что вам? Вы знаете, он обманывает вас. О чем вы? Мне написали из Москвы. Алексей Константинович собирается продать часть земли, чтобы напоясь князем Разумовским открыть антрепризу. В Москве? В Москве. Он вам не говорил? Нет. Ну, наверное, еще скажет. Ольга Александровна, не будьте так наивны. Приму он пригласил Зерцалову. Зерцалову? Да. Вы уверены? Абсолютно. Я наводил справки. Этот человек недостоин вас. Ольга Александровна, я люблю вас. Ах, оставьте меня. Ольга... Тепло. Располагайтесь, пожалуйста. Елена Николаевна, может, я исполню что-нибудь, пока к обеду накрывают? Если вам угодно. А что изволите услышать? На ваш вкус. Кстати, с успехом гастролировал в Воронеже. У меня голова разболелась. Вы меня простите, пожалуйста. Извините. Конечно, конечно. Итак, из нового. Охотники? Какие же охотники в парке? Раз, два, три, четыре, пять.
Я тебя иду искать. Надо было разрядить пистолет. Кто сказал? Итак, романс на стихи? Да подождите вы. Надо сказать управляющему. Вот здесь. Вы слышали выстрел? Да. Где-то там. Что это было? Не знаю. Может быть, кто-то в стрельбе упражняется. Ни время, ни место для этого. Идите в дом. Вы слышали? Кто-то стрелял. Кто-то стрелял только что. Батюшку вашего просите проверить пистолеты. Я не знаю, в доме должны быть какие-то пистолеты. Управляющего позовите. Хорошо. А где Алексей Константинович? Что? Как? Это вы. Вы за ним пошли. Да, но я его не нашла. Бежала весь парк. Думала, он уже в доме. Кто стрелял? Где Алексей? В доме есть пистолеты? Где Алексей? Я его не нашел. Пистолеты дуэльные есть. Где мой сын? Алексей Константинович! Алексей Константинович! Алексей Константинович! Алексей Константинович. Отзовитесь! Мы вас здесь все ищем. Алексей! Алексей! Где вы? Где вы? Анна Викторовна. Ну, что у вас там? Ничего. Весь нижний парк обшарили. В верхнем тоже ничего. Темнотища. Пистолет нашли? Ну, один как был, в кабинете, в футляре. Второго нет. Да, надо Штольмана вызывать. Посылайте за Штольманом. Пусть едет со своей командой. Хорошо. Анна Викторовна. Анна Викторовна. У вас... кровь. Ну что стоишь, тетеря? Иди вниз посмотри. Хотя, какие следы? Ночью все замело. А почему сразу не сообщили? Так тело только под утро нашли, как рассвело. К тому времени за вами уже послали. Вот Николай Васильевич приказали. Да, искали всю ночь, это точно. Надеялись, думали, что просто из дома ушел.
На рассвете обнаружили. Яков Платоныч, это как же так-то из-за пьесы застрелиться, а? Вы уж без лишних формальностей. Елену Николаевну просили, не надо следствия и прочих дел. Зачем, говорит, раздувать, коли сам счеты свел? А кто сказал, что сам? А разве не так? Убийство это. Как убийство? Определенно убийство. Стреляли не ближе, чем с 5 шагов. Да кто ж его? Посторонних не было. Ну, значит, кто-то из своих. Да как же это? Тут след. Яков Платоныч, здесь следы от мужских ботинок. Портсигар. Наставнику от любящих учеников. О, оттуда, видимо, он и стрелял. То есть убитый видел убийцу? Разумеется, видел. Пуля прямо в сердце. По-видимому, здесь они выясняли отношения, результатом которого и стал выстрел. Но убийца при этом заранее пришел с дуэльным пистолетом. Значит, шел убивать? Видимо, так. А где второй пистолет? Да на своем месте, в кабинете. Ульяшин, вы аккуратно заверните пистолет, нужно его осмотреть. Слушайся, Платоныч. Тело в мертвецкую отправляйте. А подозреваемые все на месте? Где ж им быть? Ждут, как приказали. Простите. Как вы можете? Человек погиб. Музыка-то печальная. Вы издеваетесь? Помилуйте, мне искренне жаль, но к чему эти демонстрации? Алексей Константинович не был мне другом. Господа, есть хочется ужасно. Когда завтрак? Завтрак 9. А вы тоже пишете? Пишу. Печатают? Выпустил 2 книжки. А на театре себя не пробовали? Ну, а как же без этого? Автор одной пока что пьесы, поставлена в Москве в театре Корша. Интересно. И Елена Николаевна в ней играла? Нет, нет. С Еленой Николаевной мы просто друзья. Прошу прощения, господа, за некоторые неудобства, но в данных обстоятельствах... Господа, как-то вы сурово с нами. Да уж, не милосердно, господин. Штольман Яков Платоныч, следователь. Николай Васильевич, наш полицмейстер. Вы уже знакомы? Позвольте все же полюбопытствовать. По какому праву вы нас заперли здесь под охраной, как преступников? Произошло несчастье, но это же не значит, что... Произошло убийство. Убийство? Что вы говорите? Вы уверены? Совершенно. Так что, господа, придется примириться с некоторыми неудобствами. И никто не должен без моего ведома отлучаться из поместья. Ясно? Вы предполагаете, что убийца находится среди присутствующих? Преступник здесь, в доме. А где госпожа Полонская? Елена Николаевна плохо себя чувствует. Она у себя. Она тоже под подозрением. Анну Викторовну не вижу. А она пошла к вам. Ко мне? Точно так. Упросила Гордаова отпустить ее, потому как имеет важные для следствия сведения. Каждого из вас по отдельности. Начнем с вас, господин Тропинин. Ульяшин,
Займитесь дактилоскопией ради убийства. Все необходимое здесь, в саквояже. Прошу за мной. Соблаговолите присутствовать, Николай Васильевич. Вы разумеете. Слушайте, давно ли вы знаете господина Штольмана? Близко не знаком, но, говорят, толковый. Ну что ж, это обнадеживает. Когда же завтрак? Нет, положительно, какое-то фатальное невезение. У меня сегодня столько визитов намечено. Да замолчите вы! Алексей умер. Его убили, понимаете, убили. Позвольте, а где госпожа Нежинская? Она уехала еще вчера. Сразу как началась вся эта кутерьма. Значит, вчера вы не пошли на спектакль? Нет, я был в доме. Пришла Елена Николаевна, и я вышел в парк. Зачем? Елена Николаевна просила найти ее сына Алексея. Нашли? Нет. То есть вы услышали выстрел, гуляя по парку, сразу после того, как ушли из дома? Нет. Минут 10-15. Потом я вернулся на веранду, а там уже были другие. Значит, в этот промежуток времени до выстрела вас никто не видел? Получается, нет. Вы что, хотите сказать, что это я? Возможно. Вас не было добрых 20 минут. Назовите мне хоть одну причину, почему мы должны вас исключать из списка подозреваемых. Да, но зачем мне это? Каков мотив? Так это называется у вас? Да, мотива пока нет, но ведь мы только начинаем расследование. Бог даст, и мотив появится. Ну, простите, господа. Господин Рапинин, мы еще обязательно с вами поговорим. Вы свободны. Пока. Поместье не покидайте. Я, Платоныч, а у нас с вами неплохо получается дуэтом. Несомненно. Продолжим? Ольга? Простите. Александровна. Я хотел задать вам несколько вопросов. Да, пожалуйста. Вы присаживайтесь. Можно я буду ходить? Не могу больше ни сидеть, ни стоять. Ничего не могу. Извольте, это как вам будет угодно. Скажите, когда вы услышали выстрел, где вы были? Я была в парке. Я искала Алексея, но не нашла, а потом услышала выстрел. А почему же вы пошли к веранде, а не на выстрел? Зачем мне на него идти? Я же не знала, что это был за выстрел. Я даже представить себе не могла. А потом решила узнать у управляющего, что это значит. Ну, хорошо. И что дальше? На веранде уже были... Я не помню точно, кто... Потом пришел Семенов и другие. Семенов? Какой Семенов? Семенов – учитель словесности. Он тоже здесь? Да, он здесь. А где он сейчас? Я не знаю. Может быть, он в парке? Может. По-моему, он там и оставался. Ну что ж... Продолжим. Дух Алексея Гребнева, явись. Дух Алексея Гребнева, явись мне. Дух Алексея Гребнева, явись мне.
Кто здесь? Выходите, я вас вижу. Это вы? А вы думали, кто? Никто. Просто испугалась. А с кем вы тут разговариваете? Сама с собой. То есть явись, появись, это себе? А как вам удалось избежать заключения на веранде? А я сразу ушел в парк, когда городовые стали всех собирать. Вы не подумайте, что я хотел сбежать. Просто тоскливо там со всеми сидеть. Я понимаю. А сюда вы зачем пришли? А вы? Практикуете? Анна Викторовна, вы же там убиенного Алексея вызывали. Да что вы, я молилась. Нет. Вы говорили с ним. Что с вами? Что, думаете, я не знаю все эти ваши штучки? Что он вам сказал? Пустите меня. Что он вам сказал? Пустите. Он вам сказал имя убийцы. Я сейчас закричу. Ищите. Ищите, Анна Викторовна. Не погубите, Анна Викторовна. Что случилось, что случилось? Не вернешь. Пощадите ее, Анна Викторовна! Господин Семенов! Что вы там делаете? Я... Вы задержаны по обвинению в убийстве. Это какая-то нелепость. Я обязательно выслушаю ваше объяснение. Вы наверху меня подождите. Что случилось? Да все в порядке. А вы так напуганы? Что-то произошло? Просто этот Семенов, он какой-то странный. Ну, впрочем, как всегда. А еще, знаете, он что-то знает. Я не смогла, правда, понять, что. Вас это напугало? Не только. Вчера сразу после выстрела я услышала голос. Он сказал, надо было разрядить пистолеты. Чей голос? Показалось, что Алексей, но он был уже мертв. Понимаю. А он не сказал вам имя убийцы? Нет. Вас в городе? Там вас барин спрашивает. Очень гневаются. А что случилось? Не могу знать. Вы извините, мы еще договорим. Отправьте кого-нибудь в город, пусть привезут Нижинскую и князя Разумовского. И чтоб без возражений. Слушаюсь. Пойдемте. Да, конечно. Конечно. Вы присаживайтесь. Нет, спасибо. Я постою. Расскажите, каким образом ваши следы оказались на месте преступления? Чего вы взяли, что это мои следы? Рядом мы нашли вот это. Гравировка наставнику от любящих учеников. Вы как там оказались? Дело в том, что я нашел тело. Следы такого рода, что как будто вы там топтались долгое время. Это что же, вы стояли и наблюдали за найденным бездыханным телом? Ну, а что тут странного? Когда я обнаружил тело, я буквально торопел. Мне понадобилось совладать с собой, прежде чем я подошел к нему. Меня бросило в жар, я достал платок, вот, видимо, и портсигар выпал. А может, все было по-другому? Вчера вы стояли, прятались за деревом, пытались достать пистолет. Вот портсигар выпал из кармана. Чушь, это все какие-то ваши домыслы. О ком вы просили меня? Я не понимаю, о чем вы говорите. Господин Семенов, вы сказали мне, пощадите ее. О ком шла речь? Нет, я ничего такого не говорил. Нет. Он действительно сказал мне, пощадите ее. И сделал это, потому что думал, будто дух Алексея уже выдал мне имя убийцы. Понимаете?
Семенов думал, что вы знаете имя убийцы. Именно. Кого-то он выгораживает. Кого вы выгораживаете? Господин следователь, вы определитесь. Я или убийца, или кого-то там выгораживаю. Не валяйте дурака, господин Семенов. Кого вы имели в виду, когда сказали, пощадите ее? Хорошо. Хорошо, хорошо. Я все скажу. Знаете, я имел в виду Сашу, дочь управляющего. Грешным делом я подумал вначале, что это она, но сейчас понимаю, что это полный бред. И почему вы решили, что Саша стреляла? Понимаете, дело в том, что она недавно обратилась ко мне с такой деликатной просьбой найти ей врача, ну, чтобы избавиться от беременности. А Алексей как раз отец. Ну, между ними что-то такое было, знаете, как это бывает. Ну, а потом он вот... А почему она обратилась с этой просьбой к вам? Ну, как помилуйте, я знаю, с такого возраста, ну, не к отцу же ей идти с такой просьбой. Хорошо, вы свободны. Прошу вас из-под мести, ни шагу. Фартсигарчики могу забрать? Нет. Извините. Господин Штольман. Я к вашим услугам. Я звала вас. Я вас ждала. Простите, неотложные дела следствия. Погиб мой сын. Можете ли вы это понять? Я глубоко вам сочувствую. Я хотела бы знать, до каких пор это будет продолжаться? К сожалению, дознание будет продолжаться до тех пор, пока убийца не будет изобличен. С чего вообще вы взяли, что это убийство? Мой сын... Мой сын был тонким, ранимым человеком. Я обидела его. Я одна во всем виновата. Я убийца. Но это фигурально, как вы понимаете. Я понимаю. Мой сын покончил с собой. Я прошу вас прекратить следствие. Боюсь, это невозможно. Сожалею, но факты говорят, что произошло убийство. Какие факты? На одежде убитого нет следов пороха, значит, стреляли в него с расстояния. Господи, я прошу вас, избавьте меня от этих подробностей. Вы уверены, что это убийство? Никаких сомнений. Вы, когда гуляли в парке за несколько минут до выстрела, вы сказали, вы никого не видели? Никого. А где был господин Семенов? Семенов? Я не знаю. Он появился потом, когда все собрались на веранде. А, да, я вспомнил. Он тяжело дышал, был очень возбужден, как будто бежал откуда-то. Яков Платонович, на два слова можно? Это срочно. Представляете, отпечатков нет. Они будто стерты намеренно. Совершенно никаких отпечатков? Ну, там на стволе, возле мушки. Господин Тропинин, вы можете идти. Нужно получить отпечатки пальцев у всех присутствующих. Подготовьте. Слушаюсь. Что? Опять? Какие отпечатки? Найден след пальца на пистолете. Если мы получим отпечатки пальцев всех присутствующих, сравним и, возможно, найдем убийцу. Как вы это себе представляете? Почтенные люди будут макать свои пальцы в эту вашу ваксу, как какие-то бродяги с улицы. Почтенные люди должны понимать, что это способ установления истины. Какой способ? Откуда вы их только берете? Ну, если хотите, могу прочитать вам небольшую лекцию. Увольте. Да нет, нет, я настаиваю. Еще в древнем Вавилоне и в Китае делали оттиски пальцев на глиняных табличках, печатях, а в 14-15 веках в Персии отпечатками пальцев подписывали различные государственные документы. Послушайте. А в наше время, 30 лет назад, некий англичанин Герши впервые предложил использовать отпечатки пальцев как способ раскрытия преступлений. В самом деле? Представьте себе,
А все дело в папиллярных узорах. Узор на каждом пальце, он индивидуален. И я уверен, что дактилоскопия будет скоро применяться везде. Целые картотеки появятся. Да, этот ваш англичанин. А где вы были в момент выстрела? Что? Я прошу прощения, вы знаете порядок, должен задать этот вопрос. Я был в парке, когда прозвучал выстрел, и меня никто не видел. Мне что, тоже отпечатать свои пальцы? Нет, вам не нужно. Господин Тропинин, там всех на веранде собирают. Полиция? Кто же еще? Господин Тропинин, я читал вашу пьесу «Прометей». Это блестяще, неподражаемо. Благодарю. В самом деле, я понимаю, почему ее ставят во всех театрах страны. Это очень талантливо. Ну, бросьте. Скажите, вы не думали о либретто оперы? Да нет, как-то совсем не задумывался. Мы можем объединить наши усилия. Я могу петь оперные партии, вы напишите либретто. Ваше имя даст выход нашему детищу на лучшие сцены. Вот как. А вы уверены, что я заинтересован в нашем с вами сотрудничестве? Уверен. Я могу сказать, что все то время, пока я пел вчера для Елены Николаевны, я видел вас в окно возле веранды. Могу засвидетельствовать это полиции, могу и промолчать. Вы прекрасно знаете, что в это время меня возле веранды не было. Я был в парке. Вот-вот. И неизвестно, чем вы там занимались. Мне предлагаете сделку? Именно. Я предлагаю вам алиби. Мне оно не нужно. Я не стрелял. А это никому не известно. Щенок. Я тебе уши сейчас надеру. Пустите! Больно! Больно! Сволочь. Вы что, издеваетесь над нами? Что это еще за странная процедура? На пистолете, из которого был произведен выстрел, был обнаружен отпечаток пальцев, по которому мы найдем стрелявшего. А я, знаете ли, всегда тщательно мою руки и никаких отпечатков нигде не оставляю. Вы посмотрите внимательно на ваш бокал. Пальцы оставляют отпечатки на гладкой поверхности, сколь бы чисты вымыты они ни были. Как врач, я могу это засвидетельствовать. Благодарю вас, Антон Павлович. Ну что, господа, давайте по очереди, прошу. Пожалуй, это может быть даже любопытно. Прошу вас сюда. Любопытно. Как раз на днях читал об этом методе. Кто бы мог подумать. И где же вы о нем читали? В журнале «Вокруг света». Кстати, занятная статейка. Я еще хотел своим ученикам рассказать по естествознанию. Прошу вас, госпожа Полонская. Ульяшин, прислугу не забудьте. Будь сделано. Я обработаю их на кухне. Это господин Тропинин, известный литератор. Я читал один его детективный рассказ. Муть. Вообще ничего не понятно. Но там как раз упоминается вот эта вот дактилоскопия. Почему-то он скромно об этом промолчал. Убийца стер все отпечатки пальцев, то есть это означает одно. Он знал о дактилоскопии. Наши действия. Пока примем к сведению, вы продолжайте. Да. Угу.
Господа, прошу всех отобедать. Я не могу. Ну, ты ничего не ела со вчерашнего дня. Я не могу. Надеюсь, вы простите меня, господа. Милая, я понимаю, как это все ужасно, но нужно держаться. Оставь меня, я видеть тебя не могу. Почему? Зачем? Господи, ну зачем ты это сделал? Что я сделал? Я знаю, это сделал ты. Господи, ну что же я такого сделал? Ты убил моего сына. Ты сошла с ума. Ты сказал мне, что ты пойдешь поговорить с ним. А сам пошел и убил его. Я знаю, это сделал ты. Ты вышел из парка после выстрела. Так все вышли из парка. Нет. У тебя ботинки были испачканы в земле, руки в крови. Ну, я прошелся по парку. Руку я поранил об сук. Милая. Ты не бойся, я не выдам тебя. Я понимаю, ты же пошел с ним договориться. Ради меня ты хотел все устроить. Но он не позволил тебе. Он такой упрямый. Ты должен понять мне, что надо, и все кончено. Лена, у тебя истерика. Постой. Скажи мне только одно. Я не понимаю. Зачем ты взял пистолет, когда пошел к нему разговаривать? Какой пистолет? Тебе нужно выпить валерьянки и выспаться. Не бойся, я не выдам тебя. Не выдам. Только уйди. Уйди, я прошу тебя, я закричу. Уходи. Уходи. Требует. Чай, господа, прошу. Обед был превосходен. И знаете, как-то легче на душе стало. На здоровье. Могу я выйти в сад? Мне надо на воздух. Разумеется. Господин Штольман. А можно узнать, к чему склоняется следствие? Боюсь, что нет. Следствие еще не закончено. Но ведь вы уверены, что убийца обедал с нами за одним столом? Надеюсь, что ужинать он будет в камере. Значит, до ужина у нас отпустите. Терпение, господа, терпение. Я приношу извинения за доставленные неудобства, но дело серьезное. Убийство. Эх, Алексей, а ведь сколько было планов? Он ведь свою энтрепризу хотел открыть, ставить спектакли. И ради этой высокой цели он хотел продать имение. То есть как? Да-да, он не говорил об этом. Мне ничего об этом не известно. Он был воодушевлен, полон идей. И ради этих идей он собирался продать часть земли и лес. Чушь! Извините, я бы знал. Да он вообще собирался уехать отсюда, чтобы заниматься театром. Настоящим театром, а не этими любительскими постановками. А вы давно знали покойного? Нет. Мы с Алексеем были знакомы через дядю. Виделись пару раз на вечерах. Да, я тоже только здесь с ним познакомился. А вот с Еленой Николаевной мы давние друзья. Бедная. Бедная. Я наслышан о ваших необыкновенных способностях. Это правда? Правда.
Позвольте полюбопытствовать, отчего же вы не спросите у покойного, как все произошло? Он меня избегает. Знаете, вчера мне показалось, что я видела его, пока искали тело. Но он не стал со мной говорить. Отчего же? Знаете, духи, они часто ведут себя против логики. Они? И часто вы их видите? Давайте сменим тему. Нет-нет, вы заинтриговали меня, а теперь обрываете на полуслове. Так что же, Алексей, как он выглядел после смерти? Я не разглядела. А знаете, где вы точно можете его найти? Он же драматург. И наверняка его неуспокойный дух сейчас бродит где-то вокруг сцены. Ну, конечно. Я бы на его месте сидел сейчас на сцене, ведь он теперь точно знает все, о чем он написал. И это одиночество, и эту пустоту. Дух Алексея Гребнева явись. Дух Алексея Гребнева явись мне.